Я в прошлый раз бум. Скелету нравится крутиться на одном месте, прикольненько. Так, а башка скелета хоть одна есть? Нет. Зато уже 25 палок. Ни хреново так пофармил. У меня еще от бафов по 3 минуты, у меня уже 25 палок есть. Прикольненько. Шаг, насчет культуры 2. Она, по крайней мере, начинается не настолько сложно. Даже я могу эти прыжки делать, даже сейв с двойной диагональю. Вполне проходим для меня, значит, тем более для тебя. Не факт. Я пока прошел экрана 3, но я уверен, что смогу пройти хотя бы первый стейдж. А значит, и ты сможешь хотя бы первый стейдж. А, ты понимаешь, что я видел прохождение всего Калджет, потому что я Бирекса смотрю, да? И я-то знаю, что потом будет. И вот это дальше потом мне как-то совсем не нравится, то, что там потом будет. И я не очень хочу это потом проходить. Ну, то есть, зачем начинать играть в фан-гейм, если ты не планируешь его дальше проходить? А я понимаю, что я серьезно не смогу дальше проходить. Физически не смогу. Я не настолько хорош. Я даже босса до конца не прошел, блин. Для меня проблема пройти босса этот уровень с подъемом, да? Поэтому браться за что-то очень крутое типа Калтры, да нет, брось. Следующее, I wanna kill the guy. Вот после kill the guy посмотрим. Если у меня будет хоть какой-то прогресс, тогда можно будет посмотреть. Всем удачи, всем пока. Я спать. Спокойной ночи, Гош. У тебя две головы скелета? А, да, слушай, точно. Я слепук. Понимаю, бывает. Спасибо. Я теперь более доволен, что у меня две башки скелета есть, а не ноль. Гаст, иди в попец. Блин, надо Гаста с меча убивать. У меня же лутинг как бы есть, да? Может быть, я с Гаста что выбью прикольного. Так, хрен его знает. Так, к летучей мыши я не хочу. Оу! Ни хрена себе у тебя шапка, подели шапкой. Во, Гаста с меча убил, что мне дали? Нет, не летучий мышь за мной. И мне дали... На самом деле, мне кажется, что Гастирус мне больше. Слез Гаста дали еще больше, чем давали до этого. Сколько у меня? 32 палки. Ой, я палки пообломал, на. Гаст. Нанах. Возможно, вот из-за этих уродцев у меня, собственно, большого респа нет. Поэтому, ребят, давай все сюда. Молодцы. Вот, хрен бы с ними. А у меня, возможно, теперь респ нормальный все-таки появится. О! Вот респа подъехала, прикольненько. Нихера себе жопка. Слушай, какие гасты модные нынче стали. С такими шапениями ходят. Вообще, забей. Смотри на эту шапку, это ж пипец. Охренел совсем. Такие моднявые. Так, уже 13 Ghast Years, неплохо. Гасты плачут. Хоть кино называют, гасты тоже плачут. Так. Все, вроде почистил. Ифриты, вы где? Сколько у меня? А, 10 секунд, окей. Так, это последний фрик, которого я убиваю. Так, и валим отсюда, домой. Прикольно. I wanna kill the guy на хардкоре, один чекпоинт. А, нубский нуб, ты понимаешь, я не вижу в этом смысла. Мне нравится фангейм проходить именно как проходить. Я не вижу смысла в том, чтобы проходить фангейм, сложать в одном месте и проходить его весь заново. Я серьезно не вижу в этом вообще никакого смысла. Мне кажется, что это просто глупость и лишняя трата времени, вот и все. Я не вижу в этом никакого хардкора. Это просто реальная трата времени. Вот, поэтому я никогда фан-геймы на высоких уровнях сложности банально не понимал. Так, так. Если бы это сильно что-то давало, вот допустим, да, действительно, один сейв. Что-то прям, ну вот, кардинально сильно менял. Ну не, он не меняет ничего. Ты все так же будешь это дело проходить. Просто время тебе будет требоваться в десятки раз больше. Вот и все. Рейд культуры 2 на нормале примерно равен рейту Боши? Да ладно. Забавно. Здорово, Лимон Ченнел. Так, мне надо жесть пак зарядить. Так, не-не-не, не, 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 не гм...
Чтобы как в прошлый раз, я не запихнул ее в Magma Crucible, не охренел от того, что у меня его нет. Так, подожди, Common Принцесска. Подожди, ты у меня должна на Culture Drone уйти. Она мне не дала никакого особого... Слушай, а здесь? Нет, здесь есть эти. Чтобы давали мне Culture дронов. Только не Culture, а кого она мне... Короче, какого-то другого дрона, вот. Какого она должна дать. Эх, Винтри дроны, мать их. Так, это Eldritch в процессе. Здесь Калтред. Дай Калтред на Винтри попробуем. Я не знаю, может она что-нибудь особенное даст. Здесь... О, Эзотерик! Да! Прокнуло! Найс! Так, это что-то новенькое у меня теперь. Это радует. Эзотерик Принцесс. Причем новая принцесса именно прокнула, а не дрон. Что весьма классно. Что за эзотерик? Средняя, кстати говоря, по сложности. Ее надо будет изучать, но она средняя по сложности. Она не такая суровая, как прошлая была, например. Так. Ну что, погнали изучать? Давайте сделаем ать-оп. Так. Мне, в принципе, понравилась эта фиговина делать циферками, поэтому у меня это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Значит, 7 у нас это Solum Drone. 7. Solum. Так. Ага. И 6 это Solum Drone. Solum. Так. 8 это... Эрсендрон. 8 это Эрсендрон. Так, ни хрена. О! Hateful Drone. Ни хрена себе. Это у нас 5. 5 это Hateful Drone. Так, это Эрсендрон, это я знаю уже. Ага, вот еще один. Это у нас 1. Эрсен это и 1. Окей же. И вот, собственно, Аргариан. Аргариан дрон. Это 4. 4 это Аргариан дрон. Давай, Свегман, удачи тебе. Спокойной ночи. Леснар, я тебя предупреждал. Так. И он же является... 3-4 это Аргариан дрон. Сколько я уже нашел из 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я нашел 7 из 8. Можно, в принципе, начинать. Значит, что у нас Аргариан? Это вот этот вот. И это вот этот вот. Дальше. Так, это закрыли. О, я, по-моему, идиот. Блин, я идиот, я слишком рано начал. Фу. Я только знаю, что Эрсен это 1,8, например, да? 1,8. Так. А дальше я знаю, что Solurium это... А, подожди, Solum это 7,6. Вот что я еще знаю, я не совсем идиот. 7,6. Вот. Не, все. Фух. Так, что у меня получается? Оккульт комб какой-то странный. И, собственно, Eldritch и Эзотерик. И у меня получится Mysterious. Chance for success, правда, low, к сожалению. Eldritch и Эзотерик. Нифига себе. Забавно. Реально забавно. Ну да ладно. Так, дальше у нас что будет с этим Эзотерик? Так, сейчас Eldritch. Чтобы ее сейчас не выводить, да? Eldritch плюс Эзотерик. Эзотерик. Так, с теперь чем? Посмотрим, что я еще с ней могу изучить. Так, допустим, 2. Мне, кстати, надо сделать универсальную таблицу. Просто вот универсальную. И записывать циферки на отдельном листочке. Просто универсальную табличку вот здесь, прямо возле компа повесить, да, с циферками. Просто все цифры использовать. А дальше просто повесить, точнее, на отдельном листочке выписывать, что мне и как надо. Ну, допустим, 2 это что? Ляпис-дрон. Прикольно. Фу, как-то матом немного звучало. Ладно, ляпис просто. Давайте так, чтобы не матом, просто ляпис. Так, Meadows. 8 это Meadows. Как ты пишешься правильно? Meadows. Meadows.
Так. Аустера. 6 это Аустеродрон. Аустеродрон. Так. Ага, и это же является 3. 6 и 3 это Аустеродрон. Это я уже видел. Ага. Ну это, собственно, 6, это я тоже видел. Аркейндрон. 7 это Аркейндрон. Аркане. Забавно. Аустера я уже нашел. Так, отлично. Я знаю, что теперь 5 это Аркейндрон тоже. И я знаю, что 1 это тоже Медоуздрон. Найс. Так, значит, что я могу сделать? Я уже могу сделать, например, 5 и 7. Так, я могу сделать 6 и 3. 6 и 3. Я могу сделать 8 и 1. 8 и 1. И значит, остается только 4 и 2. Так, и еще одно. Блин, то же самое дали. Фэйль. Я это уже знаю. Ну ладно. Потом выкину ее. А я больше про Ляписа Трубецкого подумал, а не на ругательство, а ля фраз. Да я тоже как-то что-то... Ладно, неважно. Замяли тему. Так, центрифуга. Чем мне интересно, центрифуга даст из этого? Magic Wax. Wax, точнее. А что я с помощью нее могу сделать? Я с помощью нее могу сделать Magic Frame. Эти фреймы... А, нет, смотри. Magic Frame я могу сделать. Empty Magic Capsule и... Essence for of ever, everlasting durability. Да. Жесть, как сложно. Слушай, забавно так, блин. Изучать, не переизучать эту хреновину. Интересно, правда интересно. Так, стоп, давай я тебя буду пхать сюда. Так. Хрен. Хотел сказать, ну, не очень короче хотел сказать, да. Так, значит, мне нужен эзотерик, мне надо самый крутой улей, который у меня есть. Вот, это самый крутой улей, который у меня есть. И мне нужен эзотерик принцесс на Элдрич. Элдрич. У меня вообще есть Элдрич дрон еще, а? Медоуз, Common на Медоуз, иди сюда. Элдрич Квин, почти закончил, возможно, она даст Элдрич дрона. Так, Элдрич дрон. У меня реально нету Элдрич дронов больше, охренеть. Серьезно, у меня Элдрич дроны кончились. Я офигею. Блин, а. Ладно, мне надо подождать, пока вот здесь вот у меня... Подожди, а может у меня вот здесь вот есть Элдрич дроны? О чем я? Так, запкнуть обратно. Элдрич. Ей! Точно, Элдрич дрон у меня здесь есть. Все нормально. Так, не сюда. Вот. Эзотерик на Элдрич. И с низким, конечно, шансом, но она может дать мне мистери. Мистери пчелка была бы прикольной, потому что я не знаю, что с ней делать. Именно поэтому она была бы прикольной. Слушай, ребят, мне действительно нравится этим заниматься. Я офигею с этого, но мне действительно это нравится. Ну та, Свет, ну вози. Включи песню, нет? Я песни никакие на заказ не включаю. Я слушаю только то, что нравится мне. Так, хорошо. Что мне есть? А, зачем я все это делал? Я это делал ради Элдрич... О, Элдрич. Эндер сундука. У меня же все, у меня же Элдрич мозги стали. Так, Эндер сундук. Сюда иди. Такс. И белая, собственно, шерсть мне не нужна. Мне не хватает одной такой фиговины. Это значит, что мне надо сделать вот так вот. Вот так вот. Я, по-моему, случайно переработал вообще все, да? Да, я молодец. У меня теперь ни одной палки нет снова. Мне снова придется на ифритов идти, если я захочу палочку. Так.
Дальше мы ставим Эндер Сундук. Блин, я уже забыл, куда я его должен был ставить, ё-моё. В МЕ я его должен был ставить, по идее. Правильно? То есть я могу поставить сюда вот? Нет, к нему не приконнекчивается. Куда же я тебя ставил-то, ё-моё? Каким-то образом я посылал в МЕ... Ауч. Блин, Девблум. Жопа. Каким-то образом я ж посылал в МЕ сигналы, которые мне надо было взять. Я не помню в Skyfactory, куда я его вставлял. Серьезно, я просто не помню в Skyfactory, в какое место я его вставлял. Явно не в МЕ контроллер, да, как бы? Я его просто к обычному дроверу подпихивал, подключал. Просто к дроверу разве? Eldritch Brain. Ладно, чтобы так сильно не париться, я думаю, я его поставлю вот здесь вот, просто Эндер Сундук. А себе возьму вот этот Эндер Панч. Естественно, если я что-то возьму в этот панч непосредственно, то это что-то попадет в Эндер Сундук. Хотя Эндер Сундук достаточно маленький, но тем не менее, у меня есть фулл Эндер Сундук и фулл Эндер, ну, собственно, вот этот панч. А, не, блин, они одинаковые, точно. Это всего лишь 9, 18, 27 ячеек. Мне его реально, по-моему, надо было то ли напрямую подсоединять сюда. Я просто не помню. Блин. Так, дай-ка я попробую сделать как. Иди сюда, иди сюда. Такс. Это все забрать. Так, теперь мне нужны айтем-дакты. Айтем-дакт. Импульс айтем-дакт, да. И мне нужно серво одно. Так, импульс айтем-дакт сюда. Хаммер. Не надо. О, мне так не хватало, чтобы вот это все пересосалось сюда. Так, серво. Серво на выхлоп. Такс. Рандомные вещи я пока сюда сложу, а в свой сундук я сложу все, что мне надо было для джетпака, плюс то, что я использую для МЕшки. Да, то, что мне не надо. Так, и вот это все джетпак. Это вообще мусор, я его пока сюда ставлю, это тоже мусор. Так, сундук. Ну вот, собственно, проверка, давай и так. Не, он не работает. Он в МЕ не передает ничего. Блин, как же я это делал-то, япона мать? Я просто не помню, как я это делал. Он у меня напрямую соединен. Просто напрямую. Как я это делал в Skyfactory? Попробую снизу подключить, не получается. А, ты имеешь в виду... Да не-не-не, то же самое будет. Ты импорт пластину делал или экспорт? Нет, Колорадо, я как раз не разобрался в этом импорт-экспорт, и я сделал без никс. Без них. Без никс, 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 никс. А, так, подожди. МЕ кабель. Такс. Ты у меня точно к сундуку не подключишься? Да. МЕ кабель на сундук не работает. Ах, так, перестань. Как ты эту хреновину-то делал? Слушай, да смешного доходит, но, блин, ну серьезно. Так, я знаю, что я могу сделать. Ютуб, иди сюда. Тун-т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 ун. Так. Зайти ко мне. Видео, плейлисты, Skyfactory. Вопрос, в каком видео я это делал? Так, МЕ. У меня где-то дало... Вот, полноценная МЕ-система. Я это делал после. Хаосная, вызранная, дофига димлетная.
Автоматизация плавления, много алмази, начало там крафта. Нет, 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 нет. Я где-то в полноценном V-системе это должен был делать. Так, покажи мне я! Я мне покажи, как я это сделал. Меня хотя бы мимо... О, стоп, 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 стоп. Стопэ. Нет, это... А, ну вот. А, это я только делаю МЕ, япона, мать. Я только-только-только МЕшку начал делать. Вот она у меня только сделалась. Блин. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Это было далеко после того, как я сделал непосредственно МЕшку. То есть это когда я уже души фармил. Я прям даже не знаю, серьезно. Тут димлеты, 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 димлеты. Так, стоп. МЕшка. Нет, у меня где-то снизу. У меня снизу стоит какой-то буфер, ребят. У меня это непосредственно не через дровер все сделано. У меня стоит внизу какой-то буфер. И через этот буфер попадает вещь и в дровер, и куда-то еще. Вот что у меня там стоит. Это МЕ что? Так. Чего так? Need help? У кого драурги в Скайриме были простыми моделями? Не знаю. И только после перезагрузки начали становиться анимированными. Хрен узнает, Аризан. Воронкой можно в обычный сундук высасывать. Мне же не воронка нужна. Через кабель такой же, как и панель. Нет! Этот кабель не подключается к эндер-сундуку. Я, собственно, это только что попробовал сделать. Нет, он не подключается к эндер-сундуку. Как эта хрень называется, господи, МЕ-то, ё-моё. Applied Energetics. Applied Energetics. Так. Здесь есть какая-то хреня, которая выступает буфером. Между тем, что я пихаю. Можешь её порт? Не, вряд ли её порт. Вот у меня драйв, да? Я, собственно, его использую. Может, МЕ контроллер реально? Не, МЕ контроллер это то, что мне энергию дает. МЕ интерфейс. В принципе, его не так сложно сделать. У меня, по-моему, Formation Annihilation Core еще должны были оставаться по одной штуке. МЕ Drive, МЕ интерфейс. Да. Так, может, ты у меня через интерфейс непосредственно идешь? Слушай. Так. Нет. Да! Так, вот. По-моему, через этот конфиг, да. Через этот интерфейс у меня, собственно, все и проходило. Энергия через него проходит тоже. Однако, если я сейчас возьму Item Duct, импульс Item Duct плюс серво, естественно, я поставлю сюда Item Duct обычный. Он подсасывается к нему. Я пихну сверху сундук свой. Я пропихну туда серво каким-то раком. Оп. И даже нажму как-нибудь на него. Так, включить. И вот теперь положу сюда, допустим, мрамор. Ей! Вот! Вот нахрен. Ну давайте так. Близхед. Чтоб понятно было, появится. Вот! Та-дам! My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Вот что я делал тогда. Вот это, да, этот, как его, интерфейс, это и есть переходник. Через интерфейс можно пропихивать абсолютно любые предметы. Так.
Если у меня теперь это есть, значит, я смогу в МЕшку сейчас загружать все, что мне надо, включая камни, например, да? Кроме разве что плавильных ресурсов, потому что плавильные ресурсы у меня должны уходить в определенный отдельный ящик. Плавильные ресурсы будут у меня с собой. Так ведь? Так ведь. Блин, мне надо еще, короче, сторож селы будут делать. Хреново, согласен, но надо будет. Такс, окей. Инсигния. Давайте телепорт. У меня питание нормально, да, 61 еще. Так, ну и, собственно, надо попробовать, что и как оно будет у меня. Такс. Открываю такой, ать, оп. Да, медленно, конечно. То есть, чтобы она убиралась быстрее, мне надо гораздо более крутой серво поставить. И к более крутому серву, наверное, импульс айтемдакты. Точнее, как-то грейджены импульс айтемдакты там есть какие-то, по-моему. Но и так, в принципе, будет неплохо. То есть, пока я прокапываюсь, я могу ящик заполнить всем тем камнем, например, мусорным, который мне не нужен, который у меня место занимает только, да? И этот камень быстро переплавится, точнее, переправится в МЕшку. А я смогу дальше спокойно совершенно копаться. Хорошая система. Мне она в прошлый раз очень как раз понравилась. Поэтому я, собственно, так жаждал ее восстановить. Так, мне только вместо арбалета, наверное, камень сюда понадобится сейчас. Так, типа ж. А все остальное это копательное, у меня это отдельно остается. Лепота, слов нет. Классная система. Так, лазурит, спасибо. Жалко, она не работает, кстати говоря, в обратную сторону. То есть я не могу просто так взять и взять что-нибудь из МЕ. Для этого надо переносную хрень какую-то там ставить особенную. Что-то там МЕ-чес, что ли, или что-то вроде этого. Тогда я смогу даже из МЕ попутно брать, находясь где угодно. Но я этого пока себе не делал. И вряд ли буду, честно говоря. Не хочется заморачиваться. Так, снова куча земли. Эх, прям... Но до тех пор, пока мне будет возможность здесь найти Феррус в Майнкрафт, не ла... Хей! У меня Майн вылетел! Майн, ты чё, ну совсем охренел, что? Здорово, Айвен! Ну, Майн, ну ты чё, ну... Вот это сейчас было, честно говоря, вообще не прикольно. У меня просто лагает Майн нахрен и вылетает. Не очень. Весьма не очень. Я надеюсь, что у меня ничего там тут, чтобы не сглазить, но я надеюсь, что у меня там реально ничего не сбилось. Очень не хотелось бы, чтобы мне пришлось бэкап делать. А в момент подгрузки бэкапа, к сожалению, как прошлый стрим, не-не-не, не как прошлый, здесь все легче, здесь просто майн сразу вылетел, без ошибки Java. Если мне делать бэкап, то исчезают все провода, как мне уже не раз говорили, да? При том, как ты подгружаешь бэкап сервера, у тебя исчезает вся проводка. И все провода надо проводить заново. И это, честно говоря, надоедает. Здорово, Николай. Шак, а что не делаешь молекулярку? Потому что сложно. Далеко не где угодно, там есть ограничения по блокам. А, ты про этот, про ЖМЕ? Хорошо, буду знать. Ну, просто я этим все равно не буду пользоваться, поэтому я особо инфу не собираю по поводу МЕшки. Я знаю, что у меня есть МЕ, я знаю, что я к нему вот смог подключить эндер-сундук. Ну, как бы, все, мне этого, в принципе, хватает. Мне не потребуется... Если мне потребуются вещи из МЕ, я проще сделаю как? Я поставлю телепорт на это место, я мотнусь домой, возьму все, что мне надо из МЕ, и телепортнусь обратно на то же место. Вот и все. Я потрачу 2 эндер-жемчужных. Кстати, эндерменов можно убивать просто килопачками. Вот. Я потрачу 2 эндер-жемчужных, зато буду уверен в том, что у меня МЕ дома тихо, спокойно стоит, и с ней ничего не случится. Поэтому пуфик. Эх, блин, платину бы найти хоть одну еще. Если я найду одну платину, то я смогу наконец сделать джетпак себе. Мне нравится, как я прохожу сложный прыжок, а потом туплю на легком. Это нормально. Шаг, в честь года будет тортик. В честь года инсигния я уже сделал.
Инсигния для квадроба, ну и просто построю в честь года на Твичке. Тортик, я не знаю, может, если я дома... У меня дома пирожная картошка есть, мне тортик не нужен особо. Давай ты у меня не будешь вылетать, а? Нет, он у меня снова вылетает. Знаете, на что это похоже, ребят? Это похоже на... как у меня это было в прошлый раз? Помните, когда я летел высоко, и у меня прогрузка была... территория... Прогрузка территории была невозможна. И он у меня примерно так же вылетал. Что я тогда сделал? Я сделал прогрузку своей территории... Слушай, а он у меня вылетает случаем не на том же месте, а, ребят? Если подумать, куда я прокопался, то он у меня плюс-минус на том же месте вылетает. Реально? Причем, ну... Да, я тогда пролетел, деревню, я наверняка уже под деревней прокопался. И как раз после деревни у меня майн начал вылетать. Если бы ты изучал Тамкрафт, то мог бы сделать бесконечный тортик. Так я не хочу этого. Это похоже на тот реально полет. Да-да-да, Тархунус. Я тебе говорю, реально один в один. Я тогда успевал нажать Escape, снижать всю графу нахрен до минимума и прорисовку в два чанка. И тогда он у меня, собственно, я сумел приземлиться и выйти. Ты уменьшил количество прогрузки чанка вроде? Да, в прошлый раз уменьшал. По-моему, я еще графу сбивал специально. Видимо, мне придется шахту копать в другое место сейчас. Это реально? Как тогда? Блин. И это плюс-минус, но если вспомнить, да, где у меня это было и куда я сейчас шахту прокопал, это плюс-минус в одном и том же месте находится. Учитывая, что у меня тогда прогрузка стояла где-то в 14 чанков, и сейчас стоит примерно в 14 чанков, это находится где-то под поверхностью, но недалеко. И я это что-то пытаюсь прогрузить, у меня из-за этого вылетает майн. Это ж пипец, реально пипец. Так, синглплеер для стрима. Готовится нажать Escape, да? Так, дай мне ту секунду, в которую я смогу нажать Escape. А, надо было сразу прогрузить. Блин, у меня же сразу опции доступны, что я туплю. Ну, я готов. Я готов. Оп. Жопа! Че я туплю? Я же мог сразу это сделать. Фейл. Там, наверное, какое-то убер-пупер сооружение. И оно не прогружается, не могёт. Ты понимаешь? Единственное убер-супер-пупер сооружение, которое я себе могу представить здесь, это замок на вход в Эндермир, в Энд, и он у меня нормально прогрузился. Это деревни NPC, и они у меня нормально прогружаются. Может быть, сокровищница какая-то баганутая, хрен ее поймет. Я извиняюсь, что я туплю иногда, ребят, бывает такое. Но очень странно получается. Я реально могу подумать только о сокровищнице из таких сооружений. Больше мне здесь ничего не должно быть по пути. Забавно. Короче, смотрите, я заметил, что Twitch мне врет по поводу количества человек, которые меня смотрят, да? Он мне показывал, что меня смотрело 32 человека. Я открываю список зрителей, в списке зрителей показывается 37. Сейчас, когда он меня лагать начал, он снизил количество людей до 26 смотрящих. Но при этом, когда я открываю список зрителей, показывается 38 зрителей. Я не понимаю Twitch иногда, серьезно. А может там убер-баганутая деревня? Ты понимаешь, Лорнин, под тем местом, которое лагает, нет ничего. И над тем местом нет ничего. Там даже остров, Слизнякового острова нет, который, возможно, лагал бы. Но нет, его нету там. Я так полагаю, что у меня лагает какой-то отдельный чанг. Отдельный чанг и какая-то постройка в этом отдельном чанке. Ну тут 180 модов, вся фигня может быть, которую ты не знаешь. Это да, это факт.
На 180 модов может быть вообще все что угодно. Так, с FamilyJewel 7X, иди сюда. Вот. 182 мода у меня. Так. Что мы делаем? Мы делаем... у меня дистанция 9 чанков всего прогруженных. Это просто забей. Smooth Light Minimum, Graphic Fast, V-Sync Off, Minimap Levels 3, Full Screen Off, Clouds Off, Advanced OpenGL Off. Все. Прогрузка чанков просто в никакущую убита. Я не могу нажать Done. Ладно. Почему я не могу нажать Done? Майнкрафт, ты чё? О, господи. Difficulty Hard, мне не надо. Чё-то у меня... Я не понимаю, что у меня с Майнкрафтом, но так, попробуем так. Кто-то предполагал, что такая фигня Твича из-за нелегальных праймеров. Странно. Ну, может, там Убер был на той деревне. Так, Твич пьян, да, бывает. Я говорил, я когда Dark Souls вчера... Я не вам говорил, я с родными говорил, да? Здорово, Ярик. Я с родными говорил, я думал, блин, меня мало смотрят, короче. Dark Souls всего 25 человек. Я Dark Souls открываю список зрителей, там 38 человек. Я думаю, ни хрена себе. Так, не лагай. Нет, так, выходим. Выходим. Действительно, так, чанки. Вот! Вот, вот граница чанка. Вот я вхожу вот в этот чанк, и все начинает лагать. Вот у меня граница этого чанка. Я и подумал сразу чанки проверить, то есть по границе. Вот у меня граница вот этого чанка, где начинаются абсолютные лаги. Вот блин, а. Короче, F9 и ну его нахрен. Так, дай-ка мне телепорт домой. Я пойду нахрен домой. Пускай у меня сейчас дом нормально прогружается. Так. Видеосессия. Хорошо, уже действительно знаем, как с этим бороться, правильно? Очень приятно знать, как с этим бороться. Все, у меня, собственно, сейчас прогрузка будет, не удивляйтесь. Как заново, но благо поборолся, да, то есть... Проблема фактически решена. Так же, как и в прошлый раз она была решена. Странная проблема, я не знаю, что это за баг, я не знаю, откуда он берется, но это жутко странно. И мне придется сейчас прокапываться в какое-то другое место из-за того, что там есть этот баг. О, господи, что за идиот. Сейчас, ребят, по нему еще попасть надо. Я не знаю, откуда такие идиоты берутся, спамеры. Но случается. Так, а на карте мобы появились, там смена биома. Да, Корп, там смена биома шла. Слушай, подожди, а может быть... Не, вряд ли. Вряд ли это потому, что мобы на Mushroom Island появились, правильно? Это просто реально какой-то именно чанк с какими-то проблемами есть. И поэтому он у меня не прогружается. У тебя сервак есть? Нет? Я в соло играю. Без сервера. Так, ховермод отключить пока. Значит, мне плюс-минус, ну, собственно, как он показывается-то, ё-моё? Вот в прошлый раз у меня баг возник где-то вот в этом районе, по-моему. И если мы посмотрим пещеры... Так, подожди, мне надо на мой уровень пещеры выйти тогда. Так, вот мой уровень пещер. Оп, типа. Так, смотрим карту. Вот здесь вот, да? Да, плюс-минус в этом районе начинаются баги. Вот здесь вот выше у меня, правда, был, но у меня сейчас начали здесь. То есть где-то вот в этой местности начинаются полные баги. После деревни, и я не знаю почему. Верни Тархунуса. Я Тархунуса случайно забанил. Сорян, Тархунус. Так. Подожди. Анбан. Бан. Вот. Так лучше.
Шаг, да что, ну мисклик, ну быстро пишите же. Шаг, да вижу. Ну вы же быстро пишете, естественно, блин, у меня снаряд не всегда попадает в точку. Не, ребят, ну, идиотов полно, особенно малолеток, которые просто... Я не понимаю, почему они не заходят на популярные стримы, где очень много народу. Они заходят на мелкие стримы, где очень мало народу, пытаются там пропиариться. Я вот этого понять не могу. Если бы я был такой мразью и захотел бы пропиариться, я бы пошел на очень крупные каналы, где можно было пропиариться, а не на мелкие. Я вот этого, честно говоря, не понимать. Так, куда мне можно прокопаться? Давай сюда попробуем, что ли, прокопаться. Я направо больше прокопаться не хочу, но его нахрен как бы. Че, сюда попробовать прокопаться? Эх, мне тогда полная про... Оу, тут полная пещера такая. Блин. Так. А мне как бы Феррус искать надо. Я вроде как везде влево такой, ну, пытался вот здесь вот наверху, у меня полная шахта, да? А если мы сюда дальше пройдем, то я попадаю вообще в продольный каньон. Ну-ка, а если я сюда пройду? Сейчас посмотрим, насколько здесь плохо. Я просто прокопаюсь тупо вперед и посмотрю, насколько тут все очень плохо. Ё-моё. Так, дальше. Эх, Dark Souls музыка прям аж трогает. На топ стримах стоит пермит за ссылку. Ну, блин, так-то можно тоже сделать. В принципе, но идиотов меньше, чем нормальных людей, которые кидают интересные ссылки. Не, он у меня не попал, понимаешь? Я сначала идиоту дал мут, чтобы просто он перестал писать и чтобы чатик перестал двигаться. Потом нацелился дать бан, а потом ты что-то написал, и в итоге ты, ну, короче, он оказался чуть выше, да, и в итоге бан прилетел тебе перманентом. Ну, а Тархунус побывал в перманентном бане и вернулся. Нормально? В перманентной бане. Так, в итоге, значит, здесь каньон. Ну, окей, я видел его на миникарте. Этот каньон у меня будет не продольный, этот каньон будет поперечный, поэтому я, в принципе, могу потерпеть даже где-то. Мне все, что надо сделать, закрыть воду, прокопать каньон, ну, то есть, обкопать слева, справа, снизу, сверху. И, в принципе, будет норм, я думаю. Так. Ну что, принимаем шахту за основу? Тем более, что да, действительно, все, что мне надо, это просто вот так вот мимо пройти и все. Правда, у меня еще потолка нет тут нормального. То есть вот у меня 3 на 3 и все. А я хочу как бы делать, естественно, 6 на 4. 6 на 3 не хочу, блин. Подумал, что может быть на 3 проще, но нет. Слишком низко получается. Слишком не ок. Так. Дальше меня ждет вообще океан лавы, но я думаю, что я это смогу как-нибудь пережить. Я думаю, раскопаю здесь на 1 в ширину, а здесь на 2 в ширину. Вот. И, собственно, после этого уже попробую... Оу, здесь тоже каньон был. Окей, я забыл это уже. Вот. И попробую, собственно, пробивать от и до, так сказать. Сейчас посмотрим, если попутно здесь еще мобы на меня будут нападать и респаться, будет, конечно, не очень. О, Феррус, отлично, это хорошие уже новости. И еще Феррус, охренеть можно вообще. Пам-пам-пам, забавно. Так, и мне еще надо высоту будет сейчас один сделать. Надо немного осветить. Сейчас, факела, конечно, как красивенько поставлю, по стеночкам все дела. Мне только сначала надо домой сейчас смотаться. Так, давайте вот так. Ать, оп. Мне надо сначала сейчас смотаться домой, взять еще больше факелов.
Естественно, не все камни домой растовосамывать. Так. Не все факелы домой относить. И, собственно, так, как это будет? Вот так. Жу. 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 Во. Это плюс-минус вот так вот должно быть. То есть вот эту стеночку я смогу побыстрее прокопать, потому что она у меня не по вдоль, а поперек идет. Так. И вот так вот. Так, ширину уже в 6 взял. Окей. Так, между факелами. Это вход. Так, какие же ж? Один факел остался, собственно, поэтому валим домой. Ну, откачали же. Да-да! Перманент — это как клиническая смерть, только не страшная. Это странное сравнение. Я так обожаю эту музыку. А, Redstone еще, вот. Так, и, собственно, во-первых, магнит отключить. Во время отключенного магнита сбросить нафиг мусор. И на плавилку еще закинуть. Так, мусор. Мусор. Так, плавилка, 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 плавилка. Нет, это не плавилка, это камни. Так, посмотрим, может мне из 4 ферроус теперь упадет хоть что-нибудь платиновое. Так, давай, пульверизируй. Так, здесь у меня что? Я пока пчелками не буду заново заниматься, ну то есть выставлять их, да? Я просто посмотрю, что здесь есть. Самое важное, что у меня здесь было. Так, это Meadows. О! Мистериус! Да ладно! Ха! Шанс лоу, она сразу прокнула! У меня Мистериус дрон, правда, естественно. На Common Princess Мистериус дрон. Но он сразу прокнул! У меня сейчас нет эзотерика никакого. Но у меня прокнул Мистериус дрон. Это еще одна вещь, которую Мистериус может прокнуть. Охренеть, еще один вид дронов, который у меня будет. Я его поставлю common на Мистериус, посмотрим, что он сможет сделать. Возможно, она Мистериус станет сама по себе. И у меня новый вид, собственно, этого, меда, который дает Magic Wax. Класс, просто шикарно. И нет, платин нет. У меня удачка ушла на Мистериус дрона, а не на, блин, как ее там. Ну, вы поняли. А, надо телепорт еще обратно поставить, точно. Я же могу телепортнуться прям в гличевую зону. И, собственно, мне будет не очень из-за этого. Надо телепорт туда еще поставить налево. И быстро Гонсалес. Да! Такс. Начал я его вот тут вот. Уже новая шахта. Так, теперь мне сюда надо поставить телепорт возвратный. Так, set here. Пока что, естественно. Так, что у нас есть? Мне надо разбить пока что крышу. На крыше дома моего. Так, так, блин, земля. Эх, опять землю встречать. Ну ладно. Прокопаю. Блин, уж лучше я буду землю прокапывать, нежели в глич еще раз попаду. И у меня игра по КД вылетать будет. Чест, мать его слова. Так, ж. Плюх. 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 Ж. Так, плюх. 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 Вот, вот теперь это действительно полноценная шахта. Теперь чем? Мне ее надо обкопать со всех сторон. Обзакрывать всю из себя. Чтоб она стала действительно маленькой, миленькой, красивенькой шахтой. Которую я прям так люблю. Оп. Так, здесь был Ferrous. Надписи только нету. А, так. Сюда крышу. Это я чуть-чуть совсем, но косой стал. Немного странно, вата. Так, отлично. И вот так. И вот так. Вот!
Правильная шахта. Так, теперь заново расставляем факел. То есть вот, раз, два, три, вот. Раз, два, три, вот, раз, два, три, факел, 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 рано. Раз, два, три, факел. Нормально? Нормально. Раз, два, три, факел. Такс. Теперь с другой стороны то же самое. Только немножко по-другому. Ж, 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 факел. Так, раз, два, три, факел. Проверка. Ж, ж, ж. Найс. То, что надо как раз. Ж, 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 факел. Найс. Раз, два, три, факел. 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 Во. Так, теперь с земли факел можно убрать. У меня освещено теперь достаточно. Так, убрать, убрать. Ну вот, собственно. Начало новой, я надеюсь, хорошей и не баганутой ни разу шахты, в которой встречу много феррус и алмазов. Хорошее благословение шахты получилось, честно говоря, мне понравилось. Так, золото еще. Блин, там редстоун еще, господи, куда ты меня ведешь, шахта? Ахаха, что ты делаешь? Прекрати, больше ничего нет? Нет, все, больше ничего нет. Закапывать мне, честно говоря, всю лень, поэтому я просто крышку сделаю. Вот. Здесь были ресы, все. Ауч. Наводчик контужен, просто увеличивается. Это интересно, кем, кто был наводчиком на мульт тогда. Блин, мне придется это все сейчас закапывать еще. Йо-угля. Йо-угля не всегда полезно. Блин, да. Почти в рифму, почти, почти. Чуть-чуть не хватило. Так, сюда. Ага. Так, сюда, 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 сюда. Так, здесь то же самое. Я вроде как уже подхожу к лавовому озеру, по сути, да, которое на мини-карте видно. Но, тьфу-тьфу-тьфу, оно вроде как не спешит на меня выливаться, да. И пускай так и будет, на самом деле. Возможно, оно даже надо мной где-нибудь в итоге будет. Может быть, такая вещь. Что мне сильно повезет. Так. Я нигде не вижу просто капающие вот этой лавы, да, поэтому... Возможно, это озеро... А, либо подо мной. Тут тоже может быть. Я же слева и не так далеко. Выкапывался в нулевую глубину. Возможно, через нулевую глубину я как раз видел эту лаву, которая должна была как бы здесь быть, но ее на самом деле здесь нет. Так, с редстоун еще, окей, жишь. Что-то как... Оу, оу. Да, это лавовое озеро подо мной оказалось, окей. В принципе, это лучше, чем надо мной. Мне не придется его как-то закапывать, как-то танцы с бубном танцевать, чтобы банально пройти дальше. Это очень приятно, реально приятно. Заодно его можно изучить, что-нибудь там плюс-минус, то, что рядом находится, почему бы и нет. Так, я думаю, it's time to мешочек. Мешочек! Так, это не надо, 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 это не надо. Это. My god, is that amazing? Спасибо за follow. Так, мешочек. Отлично. Так, расчистили инвентарь. Теперь сначала крышку расчищать. С вопросом, точно ли лавы не будет сверху. Ну и вроде как, слава богу, точно. Так. Найс. Так, земля минус. Так. 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 Амма. Пяу, пяу, пяу. Так, ну чё, посмотрим, что у нас здесь есть вообще. Я, по-моему, точно попадал над это или под это лавовое озеро. Потому что вот ту сторону я плюс-минус помню. А в этой стороне нет ни хрена. Я думаю изучить ту сторону. Но, чтобы ее изучить, естественно, мне надо зелье огнестойкости с собой взять, поэтому... Сейчас я быстренько просто мотнусь домой, возьму зелье одно огнестойкости. И, возможно, даже ночного зрения, кстати говоря, и вернусь сюда.
Так, как это мы делаем? Очень просто, такие ж дома. Так, шлеп, 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 шлеп. Этот блок камней мне еще пригодится. Стак камней, в смысле. Мне нужно два зелья выпить. А, блин, я же не поставил. Фэр. Я туда телепорт не поставил. Забыл опять. Так, с омнем-нем-нем-нем-нем-нем. Омнем-нем-нем-нем-нем-нем. Так, ж-ж-ж-ж. Эй, ж-ж. Так, сюда. Немного далековато, но тем не менее нормально. То есть мне надо сделать 3, 2, 1 сюда. Так, ну и, собственно, погнали купаться, чё уж. Так, редстоун с собой. Это электротин, это не важно. А может быть и не был, слушай, даже рядом. Хрен его знает. Вроде как что-то более-менее похоже, но с другой стороны вроде как и не был. По крайней мере, зель ночного видения мне дает это все дело обходить. Видим монстров, которые могут на меня напасть, да? Учтите, что здесь сейчас абсолютная темнота. Вообще абсолютная, здесь вообще ничего не видно. Страшно было бы, жуть. Но не мне, но не сейчас. Потому что I can see you all. Что забавно. Правда, здесь есть еще одна такая вот мысля, то есть врагам-то пофигу, что у меня абсолютно ночное зрение. Враги-то знают, что здесь темно, и поэтому они здесь респаются. Вот типа того, да. Привет. Так. Поэтому, к сожалению, врагов по-прежнему надо бояться. В отличие от, допустим, Mushroom Biome, да? Так. Тю-рю-тю-тю-тю-рю. Долго выцеливал. О, кварц, слушай, прикольно. Я бы не отказался кварц еще добыть. Правда, здесь не может быть Ферус, поэтому я здесь особо ничего не забыл. Мне сейчас в шахте нужен только Ферус и ничего кроме Ферус. Ну, то бишь никель, да? Вау. Ладно, меня это испугало, признаю. Меня это действительно испугало. Так, тут нет ни хрена. Я на какой высоте? 19-я. Пойдет. Даже на этой высоте, кстати говоря, могут быть даже алмазы. Так, здесь ни хрена интересного. Оу! Вот почему я здесь был. Я это закапывал. Это моя шахта, мимо проходящая. Вот это вот, вот это вот, это моя мимо проходящая шахта. Именно поэтому я здесь ее изучал. Я же говорю, знакомая жопа попалась. Я здесь был. Я это все изучал, я это помню даже каким-то раком. Несмотря на мою память. Так, ладно. Обожаю музон пятой главы мясного пацана. Ну, я не могу, понимаешь, я мясного пацана проходил всего один раз в жизни. Это было очень давно, поэтому я не могу сказать, да, я тоже, либо нет, я не очень. Мне просто музыка мясного пацана нравится, но не вся, на самом деле. Я видел спидраны Супер Мидбоя, и вроде как и музыку в них слышал, да, нормально. И я не могу сказать, что мне прям вся музыка Супер Мидбоя нравится. Но вот то, что у меня есть в плейлисте, мне нравится. А конкретно, ну то есть какой-то мир в Супер Мидбое, я тебе сказать не могу. Вот. Угу. Угу. Прикольно. Хорошо, что зелень ночного зрения есть. Блин, классная музыка. Вообще, FamilyJail7X пишет реально, то есть, либо она тяжелая и брутальная, либо она вообще радостная. В зависимости от игры, естественно. Так, давайте я факел еще поставлю. Несмотря на то, что у меня зелье ночного зрения, опять же, факелы лучше ставить. А то мобы такие, ну и чё, что у тебя зелье, зато мы респаться можем. Так. Угель. Блин, серебро еще. Эх. Это все хрень, это железо. О, еще больше угля. Может там фаерус будет, а?
Ну-ка, йо! Ой-йо! Да. Ёкнул, да, отлично. Угу, угу. О, Ферус, точно, вот он. И он за мной прыгает, потому что уже не лезет. Окей. Так, супер мешочек! Сюда, 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 сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда, 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 сюда. Та-дам! Супер мешкбой! Боевой мешок, который меня спасает реально. Так, здесь больше нет ни хрена. Окей, возвращаемся назад. И при этом здесь было темно, страшно, а мне пофиг, у меня зелье. Так. Опыт, сюда иди. Мне, кстати, надо будет опыт еще сложить, не забыть. Когда я в следующий раз, ну, плюс-минус домой пойду, да, надолго, скажем так. Ну или в конце стрима, если уж на то пошло, да. Мне надо будет действительно опыт сложить. Так, сколько у меня еще? 2 минуты. Нормально, могу исследовать. О, Феррус вижу. А это продольный каньон, на котором я остановился, кстати говоря. Тот самый каньон, из-за которого я, собственно, не стал копать шахту дальше. Свою первую, самую основную. Потому что, ну, блин, я не... Я слишком ленив, чтобы прокапывать свою шахту в продольный каньон. И закрывать половину шахты. А поворачивать ее под углом? Вообще нет. Не для мужиков вообще, не... Так, еще золото, спасибо. Хотя, я не уверен, оно успело в меня всосаться или оно уничтожилось? Так, стопэ, это что, сокровищница? Опа, а это сокровищница. С пауками. И мне показалось еще с чешуйницами, но такое себе. Ау, падла. Ау, вау, а что меня закрыло-то, ё-моё? Я что-то на месте остался, что-то здесь столько пауков нарезал, что просто забей. Где этот коронованный, блин? Я его слил уже или нет? Да, я его слил. Фу! Сокровищница, однако, ребят. Прикольно. Что есть? Иридиум еще. Окей. Ну, в основном мусор какой-то, реально. Причем сокровищница почему-то всего на один сундук, хотя должна быть, по идее, на два. Там внизу было что-то типа компресса алмазов на дне каньона. Какого, продольного или нет? Что за музон, уж очень она знакомая. Это Family Jewel 7X. В данном случае это сейчас... Кастильвания. Было что-то вроде компресса алмазов. Я лазурит вижу, да. Что-то вроде... Ты извини меня, но я что-то вроде компресса алмаза... А, я вижу просто алмазы, ё-моё! Хорошо, что сказал, я бы сюда за ними никогда бы не пошел, наверное. Окей, спасибо, Тархунус. Так, вот компресс алмазов? Нет, не вижу, а просто алмазы, да, увидел. Это спасибо. Даже если ты не это имел в виду, понимаешь, твои слова заставили меня это искать. Вот в чём хорошо. Это положительно. Так, у меня зелье кончается. Хреново. То есть теперь мне надо быть, ну, жутко аккуратным здесь. Эх. И все. И больше ни хрена не видно. Ладно, погнали в нашу шахту. Хрен с этим каньоном. Не продольного прошлого, а прошлого даже. Слушай, это надо посмотреть, уже будет. Еще. Такс. Как я сюда попал? Я забыл, как я сюда... А, вот. Я попал отсюда по-другому, но ладно. Привет. Так, сейчас... мне, надо, кстати, мусор сюда выбросить еще. Так, лава. Так, это мусор. Это мусор. Все остальное можно, в принципе, себе... Ну, вот это еще мусор. Все остальное, в принципе, можно себе отправить. Теперь мешочек. Так, это не надо. Лазурита много набрал, кстати говоря, прикольненько. Так, вот как Сендер мешком легко стало, правда? Правда. Так, у прошлого... подожди, а где я его прокопал-то, ё-моё? Я где-то там прокопал, да?
Так. Блин, где его прокопал? Какого хрена ты здесь делаешь? Так, я нашел выход к тому же. А как я к первому прокопался, ё-моё? Так, давай попробуем найти что-то вроде компресса алмазов. Так, я что-то такого ни хрена не вижу, честно говоря. Так-с. Нет. Не, слушай, я не вижу компресса алмаза. И здесь тоже, здесь за водой ни хрена не видно было. Сорян, но даже если они есть на самом деле, то я их банально не вижу. Я, видимо, слишком слепук для этого. Так, ж. Ать, оп, путь. Нейс. Так, теперь надо здесь полностью закрыть. Ага. Камень, дай мне больше камней. Вот здесь вот, да, ладно. Здесь закрыть дырку полностью. Мне, кстати, да, и высоту воду это придется закрывать. Опять же, полностью. Это уже не моя высота идет, она лишняя. И вот здесь вот делать стеночку. Майнкрафт Guitar Medley, обожаю ее на самом деле. Классная музыка такая. Мини-крафтовая. Шаг, шаг, вернись, вернись. Что? Вернись, шаг, шаг, просто алмазы. Алмаз пропустил. Да где? Шаг, пересмотри стрим и левую стену. Подожди, давай так. Вы мне про какой каньон? Про поперечный или про вот этот? Я так полагаю, что это было шаг, вернись. Шаг, ты камень пропустил. Так, стоп, не то. Оу! Окей, спасибо, ребят. А я выискиваю компресс алмаза, а тут обычные алмазики есть. Прикольненько. Я понял, понял. Спасибо. Ну, слепой я иногда, ну бывает. Ну чё вы сразу такие? Ну, привыкли бы уже давно. Да, спасибо за инфу, ребят. Ценю, правда. Так, железо. Да, оу, компресс железа. Прикольно. Шаг, не то лево. Чё там еще алмазы были? Покажи мне еще алмазы, Дривер. Хочу еще алмазов. Давай другое лево показывай. Так, не то. Такс, лазурит. И, собственно, it's мешочек тайм. Это. Эх, сильверора. Так, допустим. Добрый вечер, как он? Здорово, курортник. Да, вроде неплохо, он. Копаемся в поисках Фэроуз. То бишь в поисках никеля. Изо всех мать его сил. Не, в принципе, никель я только что вроде как набрал чуть-чуть, капельку, конечно. Но испытать удачку на этом никеле мне никто не запрещает, естественно. Мне вот 12. Возможно, на 12 хотя бы одна платина допрокнет. И тогда, собственно, я сегодняшний стрим действительно закончу счастливым и с новым джетпаком. Офигенным. Ну, а если не прокнет, то будет как всегда. Сейчас я чуть-чуть еще шахту прокопаю, время уже 6 часов, да? Чуть-чуть буквально еще шахту прокопаю и посмотрим. Прокнет, не прокнет на Фэроуз. Тун.
Аж до мурашек последние эти аккорды. Блин, так люблю эту музыку. Прям... Аж до слез. Плак. Ну да ладно. Такс, лопата. Так, же. Во, найс. Теперь у меня, собственно, и камней хватит, и я полностью вижу ту шахту, которую я должен закопать. Да блин. Чё косой это такой, ё-моё. Темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи. Такс. Раз, два, три, шлеп. Прикольненько. Раз, два, три, шлеп. Такс. Убрать. Ей! Так. По сути, пока у меня есть этот очень классный мешочек эндеровский. Ну, то есть, мне действительно не приходится взад-назад мотаться, даже с помощью телепорта, как бы, да? Мне можно в шахте оставаться реально надолго. Просто пытаюсь найти именно то, что мне реально необходимо. А в данном случае это, естественно, пам-пам-пам, ферлс. Так, спиц мешочек тайм опять, я понял. Так, вот эта фиговина мне не нужна сейчас. Вот эта фиговина не нужна. И вот это. Так, Майнкрафт, не говори, что ты снова. У меня сердце замирает от того, что Майнкрафт иногда начинает реально лагать. Это реально страшно. Так, стак ко мне только меня ставь. Так. Чё там? Показывай алмаза, они в том каньоне, идешь до конца, поворачиваешь налево и начинаешь копать, они где-то там есть. Не все лево является лево, вернее, не только лишь все. Да, некоторые лево является очень сильно подкрученным право. Не надо слишком сильно поворачивать налево, окажешься справа, провернешься. Такс. Сейчас, дырка. Все. Чуть мало дырок попалось, но ладно. Не про это сейчас, да. На самом деле лево это право, право это лево, но на самом деле... Не, номер, перемудрил. ХЗ, если в Эндер и О с темными шариками, то может чего и прокнет. В смысле? Мак, ты про что? Кстати, есть лопата, которая копает... ЕМЛ шоу. В смысле? А у меня лопата, которая не копает, что ли? Не, у меня тоже нормальная лопата, чё-то не гони на мою лопату. Если ты имеешь в виду АОЕ 3 на 3 лопата, она мне нахрен не сплющилась. Опа! Ха-ха! У меня адритовый молот, теперь мастер. Все, адрит дальше не прокачается. Но последней прокачкой на него прокнула удачка. То есть я теперь могу киркой вообще ничего... О, алмазы. На него прокнула удача. И если я, собственно, удачу до 3 доведу, то есть лутинг 3 сюда. Лутинг 1, форчу 1. Форчун 3. Последней самой прокачкой прокнула удачка. Вообще ни разу не стихотворение, да? Так, это серебро еще. Это любопытно. Я могу лузеритом действительно пихаться сейчас в молот. И у меня молот будет удачливый. И даже если я что-нибудь профокаплю, допустим, редстоун, уголь, алмазы, неважно. У меня все это будет удачно много добываться. Это прикольно. Есть лопата, которая копает землю, так моя тоже копает землю. Причем весьма неплохо справляется со своими обязанностями, поверь мне. Хорошие лопаты, да, хорошие лопаты. Так, а еще мне один факел остался, вот что я заметил. Поэтому вот это мы оставляем на следующий раз. Феррус мне больше, к сожалению, не попался. Сейчас будем проверять исключительно тот феррус, который у меня с собой. Прокнет или не прокнет, вот в чем вопрос. Такс. Ж. Ага, сот хир. Ж. Тядя. Такс, алмазы, хрень. Ж. На самом деле так. Так, это все на плавление идут. Сапфир еще сюда пойдет, да. Сейчас надо будет сделать еще до хрена ли арт факелов. И снова их в джабу запихнуть. Удобно через джабу факелы брать. Ты один раз заморочился,
И потом очень-очень-очень много времени берешь их безо всяких проблем. Так, 12 ферроус, ребят. 12 ферроувек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо! И кусочек платины. Такс. Но инсигния мне действительно очень понравилась. Вот, вот, вот этим я реально могу, ну, чуть ли не гордиться, да? Хорошее было строительство. Твоя лопата копает гравий, а есть, которая копает землю, понятно? Нет, моя лопата копает землю тоже. На самом деле, если есть лопата, которая копает все, кроме камня, то есть руду тоже, это глупо. Так, что у меня здесь? Вот здесь? Common, common, common. Так, подожди, я потерял Mysterious Drone, что ли, серьезно? Или нет? Mystical, Mystical, Mystical. У меня, походу, Mystery Drone просто в комонку превратился. Чё за охренеть? Реально, я потерял и Эзотерика Drone, и Mysterious Drone. Они у меня просто в комонки все превратились. Нас, нахрен. Ладно, этим займемся в следующий раз. Сейчас главное, прокнет пульвилайзер или не прокнет пульвилайзер. Оу, нет, смотри. У меня Сколкинг Дрон прокнул. Охереть. Так, Модест Принцесс, это хрень. Сколкинг Дрон, это охренеть. Модест Принцесс мне не нужна, потому что она не сможет здесь быть. Мне нужна еще какая-то принцесска. Свободная принцесса. Давай Мистикл. Хм. А я же могу дроны изучить? My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Я могу дроны изучать? Так, листочек. Я пока еще универсально не сделал, поэтому мне снова придется перерисовывать. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Такс. Ну чё, погнали. А, у меня меда, правда, здесь нет практически, поэтому такое себе получится. Так, внизу у меня будет Mysterious Drone. Так, 4 это Mysterious. Mysterious. Такс. Шаг сделал бы, чтобы она еще и падала, было бы еще. Пылала, было бы еще круче. В смысле, анимус, у меня есть пылающая лопата? У меня есть Тинкерс лопата, на которую огонь прокнул. Только это ни хрена не круче, это очень сильно мешает, честно говоря. Это просто невероятно мешает. Так, сюда этот мед. Я попробую сейчас с помощью вот этого меда, но я не уверен, что прокнет. Потому что он. Да, не прокнет. Он для Magic Bees, в этом все дело. Ох, так, по идее, Рокки должен прокнуть. Силки должен. О, блин, а сил. А что мне силки получится? Центрифуга. Блин, а с него получаются силки прополис. Ай-яй-яй-яй-яй. А с силки прополиса получается, собственно, вот эта веревка. А из этой веревки делается хреновина, которая нужна мне, бла-бла-бла. Ладно, хрен с ней. Так, так. А, тоже нельзя? А, это тоже экстрабис. Вот, блин. О, так. Unstable drone, ни хрена себе. Два это... Унстабле дрон. Такс. А 9 это лакс дрон. Люксовый дрон, дофига. Такс, дальше. О, еще один unstable. Так, unstable это и 6. Шаг меда мало, не изучай пока. Да, забей, сейчас все будет. Опа. Люксовый он и 8 тоже. Найс. 5 из 10 я уже изучил. Угу. 2 unstable, 2 и 6. Блин, я это уже знаю. Угу. Так. Meadows. Это у нас 1. 1 это Meadows дрон. И Meadows дрон у нас же 5. Так, я знаю 2 пары, одного беспарного. Суммарно я знаю 7. Хм. 7 из 10. Шанс фейла все равно есть. И у меня есть еще 3 попытки фактически. Раз. Это я знаю. О! Mysterious Drone. Найс. Это 10.
Итого я знаю 4 пары, и пятая пара останется просто так. Так, еще бы сделал, чтобы она пылала, было бы еще круче. А, ты про инсигнию, чтобы пылала. Да ну? Не, я могу действительно поджечь, попробовать. Кстати говоря, подожди, Edge Fire Resistance дерево, правильно? Bloodwood это же Fire Resistance дерево. Такс. Возможно, сейчас я очень триумфально сожгу нахрен свою инсигнию, но тем не менее. Я хочу это проверить. Квадроба, по идее, здесь уже нет, иначе бы он давно писал. Вот, поэтому ни у кого, собственно, инфаркта не случится случайного. Такс. По идее, здесь не должно сгореть. Ну, то есть, вот это дерево, оно не должно гореть, по идее. Потому что оно fire resist... тут огонь просто тушится на нем. Окей. То есть просто огонь вечно гореть не будет на ней. Давай пока сделаю как можно быстрее, чтобы она вся горела из себя. Главное себя еще не поджечь, да, было бы шикарно. У меня зажигалка сломалась. Она уже вся наверху потухла. Ну, то есть ты понял, что такое Fire Resistance дерево, да? Так, у тебя долго майн будет? Просто у меня тут сейфхаус рашит. Да нет, еще не особо долго. Да и я сначала квадробу хотел на сейфхаус мотаться. Шак, когда ты ищешь принцессок, ты напоминаешь мне Снежного Короля из Adventure Time? А? Именель, я не смотрел Adventure Time, поэтому, ну, сорян. Нестабильная пчела, она же 10 секунд, а потом взрывается. А хрена ее знает. Окантовку из адского камня? Нет. Не буду его делать, просто специально. Случайно он не случится, только запланирован. Так, давайте так. Mysterious Drone, он 10, он же 4. Дальше, 2. Unstable Drone, он же 2 и он же 6. Так, люксовый дрон 9,8. И Meadow дрон 1,5. И остается только это что? Empowering дрон. Ей! Скалкинг с пупилом можно. И получится брейни. Охренеть. Скалкинг плюс пупил. А пупел, блин, он. Так, ладно. Если уж на это пошло, я попробую мистика оплодотворить Скалкином. Я не знаю, что из этого выйдет. Возможно, даже ничего хорошего. Возможно, получится опять же долбанный коммон. Но я попробую. Так, еще мне тогда надо тебе рамок дать. На тебе рамки. А вы, блин, коммоновские уродцы. Прям слов нету. Столько хорошего на этих коммонах потерял. Так, на тебе калчер дрона. А, я сказал, что я не буду сейчас ими заниматься, да? Классно. Так, стоп. Чем могу из этого меда получить? Прополис, бивекс и ни хрена, короче, нужно. Я понял. Мусор. Так, ну чё, скрестим пальчики и... Да! Аж целых две сразу далось. Я сейчас буду делать себе терпять джетпак. И по идее я смогу это сделать совершенно спокойно. Найс! Такс. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Мозговитая пчела, а то ж. Такс. Смотрим, что мне надо было для этого. Мне нужен Эндериум. Так, Эндериум Майнгот. Как мне тебя получить? Подожди. Блин, я бы вспомнил. Так. Не-не-не-не-не. Так. Это очень странно. Молтон Эндериум. А, мне не Молтон Эндериум нужен. Мне нужен Эндериум Бленд тогда. Ну ладно, мне нужно, значит, два порошка Тина, один порошок серебра и один порошок Шайни. То есть мне надо так. Где у меня этот порошок-то? Порошок, порошок. Вот он, три пульверайст этот. Значит, мне надо Тин. Тин. Так, Тин. Сколько мне его надо? 6, да, получается?
И Сильвер. Сильвера надо 3. Сильвер 3. И мне надо 3 ведра с этими зенками Эндера. Одно у меня есть, мне надо еще 2. По-моему, это 8 зенок. Ну и 2 ведра попутно там сделаем. Окей. Оу! А у меня здесь Глустон джетпаки как раз подошли. Точнее, к пакам Глустон подошел. Так, теперь пульверизовать. И размазерировать. Блин, это полчаса будет. Дай мне сюда ап. Как намного лучше. Так, есть пульверизованное серебро. Ага, эндериум в процессе, он просто долго это делает. И у меня ровно на 2 ведра, так ведь? Да, ровно на 2 ведра, чё-то ещё помню. Так, промазерировали, теперь вот так, вот так, вот так. Блин, чё-то ещё нужно. А, вот так вот надо просто сделать. Вот. Ей, эндериум бленда, раз. Так, ж. Ж. Эндериум бленд до вас. Эндериум бленд 3. Найс. Теперь это все отправляется вот сюда. И пускай плавится. Я доволен, что слов нет на самом деле. Блин, я такой радостный. Я наконец смогу себе нормальный джетпак сделать. Варк, как классно. Не тут, а где? Да хрен их знает. Где-то в гнезде, если уж рифму небольшую подбирать. Угу. Так, сейчас я утилизирую то, что надо было утилизировать давным-давно уже. Классная музыка. Блин, мне действительно начинает нравиться эта инсигния. Чем больше я на нее смотрю, тем больше она мне начинает нравиться. Ужас. Так, ну что ты там? Процесс. Так, лаву сейчас я еще добавлю. Сейчас будет такая писяльная музыка. Прям. Писяльная. Плак. Аж плак. Блин, сейчас. Давай, Тасмит, удачи тебе и спасибо за фоллоу. Так, тихо. Хорош. Так, дай... Still Alive. А где Тетрис? А, Тетрис выше был. Ладно, давай Skyrim еще запустим. Наконец-то. Песни для проводов меня, да мой ЧСВ зашкаливает. Бывает. Асчар, поверь мне, те, кто хотят задонатить, обычно донатят, не задавая никаких вопросов и не прося ничего. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Да, пожалуйста, за фоллоу так вообще не вопрос. Привет, Миназ... О, господи. С нами... Нет. Не с таким русским языком, так точно.
Так, по идее, этот джетпак долго делается? Очень. Даже не то, что делаются... Все джетпаки делаются очень быстро, понимаешь? Только для них надо очень много ресурсов доповых. Вот и все. А делаются-то они быстро, да. Угу. Так, давайте смотрим. Тир 5. Так, что у меня есть? У меня есть сейчас... практически все. У меня есть всего один Enervation Dynamo. Мне их надо два. Собственно, на этом я в прошлый раз как раз и закончил. То есть, вот этого Enervation Dynamo одного у меня не хватало. Ага, почему? А, Electrum Gear. Раз, два. Так. Enervation Dynamo второй есть. Отлично. Теперь двигло само по себе. Есть первое, есть второе. Найс. Так, дестабилайзер Redstone, собственно, использовался насчет этого двигла. Так. И теперь из него я, собственно, должен сделать вот так. Раз двигло. И примерно так же два двигло. И теперь, наконец-то... Так, стоп. Вот. Вот так вот. И теперь, наконец-то, собрать терпеть джетпак. Да! И в огонь просто выкинуть. Нет. Давайте я его чуть-чуть побольше подзаряжу и посмотрим, собственно, насколько быстро он летает и насколько он сам по себе крутой. Но 50 лямов РФ это реально до хрена. Так что гонял Сейфхаус, прикольно. На самом деле, Дев Сейфхауса сделали очень крутой миссии, и они еще монетки дают, а на монетке можно апгрейдить Сейфхаус и плюшки себе покупать. Поэтому это классно. Так, ну-ка. Ох. У-ху-ху-ху-ху-ху! Ауч! Ни хрена себе. По-моему, он реально быстрее... Вау! По-моему, он реально быстрее, еще быстрее стал, чем тот. Вау! И здесь есть какой-то чарджер, походу. Я не знаю даже, что это такое. Так, что это такое? Джетпак чарджер. Он что, сам еще заряжается от чего-то, что ли? 18, 946, 320. Уи. Уи. Так, уи. Хрен его знает. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Так, ребят, не надо желательно меня во время стрима никуда приглашать, иначе я вас буду удалять из друзей. Так. Забавно. Я не знаю, что такое чарджер, но это интересно, как минимум. Блин, это офигеть, а не скорость. Слушай, настолько шикарный пятый джетпак. Не зря я его хотел. И, кстати говоря... Ребят, вы заметили, чтобы я опускался? Я убрал руки от клавиатуры и мышки. Он меня реально держит на месте теперь. Я теперь с джетпака не отпускаюсь. Этот джетпак как Zivica Armor. Он меня держит на месте. У меня спуска нет. Я теперь могу абсолютно... То есть не планировать я. Я не планирую теперь. Я просто остаюсь на одной высоте, на какой-то, если я захочу этого. Слушай, да это охренеть просто. Классно. Так, ну чё, я его ставлю на зарядку, собственно. Энергии мне сейчас понадобится, просто забей на него. 50 лямов РФ, это не хухрёшь-мухрёшь. Вот. А мы на сегодня закончим, ребятки, пожалуй, что. Отличный стрим вышел, сделал все, что хотел, прям идеально. Просто невероятно круто вышло. Вот. А на сегодня все, ребят. Большое спасибо, что были. Спасибо, что смотрели. Удачи вам всем огромной. И пока-пока.